Это очень классная машина для куколок Бэби Борн. Она на батарейках. Ее можно вот так вот катать за веревочку. Сейчас. И у нее есть два режима. Вот в первом режиме вот такой вот идет. Также у нее светятся фары. Она очень большая, то есть по сравнению с моей рукой. А второй режим уже побольше здесь идет. Сейчас я переключу. Вот, Try Me и он. Здесь вот есть скорость. У меня уже была наподобие такая, но немножко она по-другому работала. Вот фары здесь горят. Можно катать. Также, когда куколка садится на сиденье, вот здесь тоже идет звук. Руль крутится. Также есть сигнал. Здесь вот есть кнопочка, чтобы завести машину. Сзади не хватает крышечки от багажника. Baby Born. Она очень качественная, прочная машинка. По состоянию я смотрю, вот здесь вот пожелтели вот эти боковые зеркала. Так понимаю, что они должны быть белые, они так желтоватые. Вот, но для куколок. А, и здесь вот еще нет, скорее всего, было, как его назвать, ну, это стекло. Все кнопочки. Вот, то есть, если куколка сядет, то будет вот такой вот звук. Очень классная, очень крутая машина.